Приветствую вас. По моему мнению, то, о чем вы говорите, это самая обычная негативная атмосфера. Но вы знаете, бывает так, что приходишь в какой-то коллектив, приходишь в какое-то общество, а там такое вот очень негативное отношение к, например, вам, например, к людям, например, к тому, что делаете вы, к тому, что к тому, как вы себя ведете, ну и так далее. То есть это негативная атмосфера, ощущение человеком некого такого негативного давления на себя. И, собственно говоря, данная позиция, то есть позиция, при которой такая атмосфера чувствуется, она создается людьми. Людьми, у которых в первую очередь есть некоторые проблемы с самими собой. Людьми, у которых есть у которых есть некий конфликт, некие противоречия, и надо понимать, что негативная атмосфера создается людьми далеко не всегда специально. Люди могут и не хотеть того, например, что они делают. Люди могут не желать этого. Но, тем не менее, ситуация будет именно такой. И если говорить о атмосфере негативной, если мы все-таки берем за основу, да, то о чем мы сказали, то в негативной атмосфере нужно или желательно в первую очередь вести себя спокойно. Не поддаваться на нее, не давать ей влиять на себя. Потому что иначе будет вам достаточно плохо. По крайней мере, таково мое мнение по данному вопросу. Я считаю, что вам будет очень плохо и достаточно это будет вредно для вас, если вы будете влиять на, если вы будете позволять ей, то есть негативной атмосфере, влиять на себя. Теперь дальше. Собственно говоря, понятие негативной атмосферы, если мы его с вами разобрали, позволяет нам, хочется верить, что позволяет нам лучше отдавать себе отчет в том, как оно образуется. Как образуется данный вид отношений, почему он так выглядит, почему он получается, и так далее. И, соответственно, если вы будете хорошо, если вы будете правильно, если вы будете адекватно оценивать то, что происходит, то очень может быть, что вам будет проще и легче с этим бороться. Еще раз повторю, бороться с этим дальше не нужно. Вот именно как таковой борьбы организовывать с теми, что называется негативной атмосферой,
не стоит. Потому что вы не сможете ее как-то убрать, вы не сможете ее как-то там, не знаю, подавить, вы не сможете этого сделать. Потому что негативная атмосфера создается не вами. Негативная атмосфера создается другими людьми. И другие люди, как это не печально, как это не прискорбно, другие люди всегда будут действовать именно по той линии поведения, которую они выбрали, просто потому что им это что-то дает. Вам нужно избавить себя лишь только от негативного влияния. От негативного влияния этой атмосферы на себя. А для этого необходимо стараться не воспринимать ее на свой счет. На мой взгляд, это достаточно просто сделать. Не воспринимать на свой счет то, что генерирует, то, что создают другие люди, для того, чтобы им самим было, ну, скажем так, проще существовать в каком-то мире. Вы-то здесь при чем? Вы-то к этому отношения не имеете. Ну, а если вы создали негативную атмосферу самостоятельно, своим поведением, то здесь ситуация складывается таким образом уже, что либо люди отдают себе отчет в том, специально вы это сделали, например, или нет. И, соответственно, если не специально, то вы можете как-то найти с ними общий язык, да, и разрешить ситуацию, например, относительно там полюбовно, так сказать. А либо, если это люди, которые не хотят ситуацию разрешать, то, соответственно, они опять-таки заинтересованы в том, чтобы эта ситуация была. И если они заинтересованы в том, чтобы эта ситуация была, то вам опять же не нужно принимать это на свой счет. Вашей вины в том, что так получилось, ну, как таковой, нет. Потому что, ну, люди будут видеть конфликт везде, где они хотят его видеть, если им это кажется чем-то выгодным и полезным. Вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать. Конечно, допускаю, что вы имели в виду что-то совсем другое, может быть, но, тем не менее, с точки зрения психологии и со своей собственной точки зрения, я дам вам наиболее полный ответ на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные у вас уточнения появились, пожалуйста, пишите в личку, помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи!